очень была дружна с Клавдией Ивановной Шурженко. Вы, я думаю, согласитесь, что это самая настоящая, единственная наша Примадонна Советского Союза. Можете ли почувствовать? Она пела нашу песню в канонном зале, которая называется «На стихи Олега Белявского». «Когда-нибудь, когда-нибудь, время быстро мчится, нам пенсии в квартиры принесут, и долгими ночами будут сниться нам песни, что сейчас о нас поют. Луна заглянет ко мне в мое оконце, и я, как будто став моложе вдруг, припомню сразу песенку о солнце, о мальчике на лесоложем круг. Когда-нибудь не зарекайтесь, люди, ведь времени не остановишь бег. Седыми станем, бабушками будем, и будем провожать 20-й век. И все мы знаем, что мы старше станем, но все равно, как годы мы не шли, Катюшу вспомним, вспомним на кургане, землянку и, конечно, журавли. Когда-нибудь заглянем с вами дальше, в такой же день, в такой же точно час, любимый мной и вами вальс о вальсе объявят, как стариннейший романс. Годам подвластны песни, как и люди, своя судьба, свой возраст и свой путь. И то, что смелое, конечно, это будет, но не сейчас, потом, как